Здравствуйте, добро пожаловать на Ахмат-арену в город Грозный, где Владикавказская Алания в рамках 22-го тура МЛБет первой лиги принимает сегодня Краснодарскую Кубань. Итак, здесь, на Ахмат-арене, Алания будет играть до конца сезона. Подбор за Кубанью. Подача на дальнюю штангу. И опасный момент. Амахатадзе наносил удар. Вышел из ворот Ростислав Солдатенко, но на подборе первыми были краснодарцы. В ярославском шиннике поиграла в Казахстане. Даже есть казахский паспорт. А сейчас дальний удар. Вот если не получается проникнуть в штрафную площадь, можно воспользоваться и вот такой опцией. И удар. Далековато мне показалось. Опустил мяч Галаян, потом уже вторым темпом. Вот такие атаки мы хотим видеть сейчас от владикавказской команды. Пришлось вернуть мяч Шерешкову. Вот сюда. Неплохо разыграно добивание. 1-0. Кубань выходит вперед. И это Нури Абдоков. Оказался первым на мяче Нури Абдоков. Главная звезда краснодарской Кубани в атаке. Это его. Он такой один из самых удачных, наверное, отрезков в карьере. Ну и тут, конечно, ошибка. Выбили-то мяч прямо на Нури Абдокова. Навес штрафную площадь. Удар и потащил Юрий Нестеренко. Браво! Вратарь краснодарцев. Вот это, наверное, самый реальный шанс, который был у Алании в первом тайме. После стандарта в исполнении Галаяна. И вот такого непростого, надо сказать, удара. Заброс штрафную площадь. Скидка под удар. Удар от газона. Очень опасно. Было положение вне игры, но все равно отметим. Удар Николая Георгобиани. Ну, офсайд тут был. Конечно же, у Гурциева. И вновь длинная передача направо. Можно отдать. И вот она, опаснейшая атака. Сейчас у Кубани можно забивать, если бы мяч попал в ворота. Илья Масичук просто обязан сейчас. Егор Циев бьет по воротам и спасает свою команду голкипер Нестеренко. Из нижнего угла потащил Нестеренко. Мешают. Здесь, может быть, не особо. И удар в упор буквально наносит сейчас Николай Георгобиани. Заставляет свою команду вновь и вновь работать в обороне. И здесь очень опасно. Это гол! Сравнивает счет Владикавказская Алания. Алан Цараев отправляет мяч в сетку ворот. Все-таки добиваются своего владикавказцы. 1-1. И вот это старание до преимущества, которое было у Алании. Щеткин. Ну и звучит финальный свисток. Итак, 1-1 в матче Алания-Кубань.